Пошла четвертая неделя 13-го сезона КХЛ. Сразу начала привлекать к себе внимание молодежь. 21-летний армеец Дмитрий Саморуков установил рекорд скорострельности в Кубке Открытия, поразив ворота уже на 51-й секунде. Затем Шакир Мухамадулин из Салавата открыл счет голам в КХЛ парней 2002 года рождения. А недавно 18-летний Ярослав Аскаров из СКА попал в тройку самых молодых вратарей СУП. Но есть в 13-м сезоне КХЛ место для подвигов и матерым хоккеистам. Денис Зарипов из Акбарса уже в первых 6 матчах набрал 8 очков, то есть больше 1 очка за игру. Хотя в прошлой регулярке за 52 матча заработал 27 результативных баллов. Получается приблизительно 1 очко за 2 матча. Уже на старте чемпионата Денис Зинурович успел отметить юбилей – 650 очков в КХЛ. А в следующей игре набрал еще 4 балла, намекая Вадиму Шипачеву, который идет вторым в списке бомбардиров за всю историю лиги, что тому пока рано расслабляться. Возможно, сказывается длинная пауза, которая не только дала больше времени на отдых, но и заставила по-настоящему соскучиться по хоккею. 42-летний Павел Дацук из «Автомобилиста» тоже резво ворвался в новый сезон. 8 очков в 7 играх. Это почти треть от того, что Дацук набрал в первом сезоне после возвращения в Екатеринбург. Стоит отметить, что вторая молодость Павла Валерьевича связана и с приходом нового главного тренера Билла Питерса, с которым хоккеист знаком еще по Детройту. Забросив матчи с Куньлунем, Павел Валерьевич вышел на третье место среди самых возрастных авторов голов КХЛ. А если «Автомобилист» сумеет задержаться в плей-офф, то выйти на первое Дацук сможет уже в этом сезоне. Пока не столь результативен Сергей Мазякин из «Металлурга», который подключился к чемпионату не с первой игры. В ближайшее время Мазякин переступит рубеж в 800 матчей в КХЛ. Сейчас на счету главного бомбардира лиги 897 очков. И когда будет 900, пока сказать сложно. Но сомневаться в том, что пушка всея Руси еще выстрелит, не стоит. Одно можно сказать с уверенностью. Старожилы КХЛ сдавать позиции не планируют. Хотя бы идейка, человек, который вышел своих возможностей, сыграл заря. Ha ha ha!